В Бельгии представители дипломатических миссий, аккредитованных в Брюсселе, возложили цветы и венки к памятникам советских воинов и участников бельгийского сопротивления, павшим за освобождение страны. Дипломаты и военные представители Казахстана, России и других стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, представители Русской Православной Церкви и бельгийских ветеранских организаций почтили память погибших в годы Второй мировой. Я хотел бы, пользуясь случаем, отдать дань благодарности нашим отцам, прадедам, дедам, которые положили жизнь за то, чтобы мы сейчас жили, существовали. И я считаю, что наша самая главная задача и молодого поколения поддерживать вот эти отношения, дружбы, которые существуют между нашими народами. Я воевал в свое время, и казахстанцы тоже, думаю, были там освобождение Белграда. И вот 20 октября я надеюсь, что с казахстанцами я пойду там положить венки нашим друзьям, которые погибли. Вот желаю вам большие успехи. Без прошлого нету будущего.